Привет, друзья! Только что пробежал очередные 9 километров вокруг Висси горы. Сегодня, как видите, снежок. Внезапно в апреле, да? 21 апреля выпал снег. Ну, половина его, конечно, уже растаяла, но в лесах еще лежит. Финя был рад, бегая утром по снегу и какая писая на него. У-ху! Вот. Я сегодня опять одел штанцы, опять одел куртку, перчатки не брал. Не помешало бы, конечно, еще шарфик, потому что шея прохладно. Ну, я, правда, бегал первую половину в капюшоне. Вот, в общем, было тепло. Потом я его снял, но начала подмерзать шея. В целом, луж нигде особо не было. Это снег немного воды не наделал. Вот я даже наоборот прочистил свои кроссовки водой, немного бегающей, которая в прошлый раз грязью покрыл неимоверной. Вот, в целом бегалось легко, слушал музычку, потом слушал книги, разбор книги. Да. Вот. Так что всем физкульт-привет из Кущино, подписывайтесь, ставьте лайкосики. Всем пока-пока.